Кирилл, с приездом. Расскажи нам о своем Рокхэмптоне и почему ты вернулся в Сидней. Интересный вопрос. Рокхэмптон – город клевый. Рокхэмптон – это вообще мясная столица, ну, в смысле, нормального мяса, которое едят в Австралии, считается. Находится городок где-то километров 700 от Брисбена, то есть, в принципе, прилично. Это настоящая региональная Австралия со всеми вытекающими. Что было и что интересно в Рокхэмптоне, центральный, в общем-то, ходило, да, через город течет большая река, такая артерия, центральная Квинсленда, Фицрой Ривер, и да, там есть кроки вовсю, и не рекомендуют купаться и так далее. Идут купаться, не возвращаются. Ну не все там, знаешь, особо удачливые. Но ведь был же резон вернуться. Да, вот что-то я ушел, ты меня спросил. Кстати, как ты оказался, еще раз напомню, в Рокхэмптоне? В Рокки я отучился год в Сиднее на английском и решил то, что я видел нормальную Австралию, ну, в смысле, там, большие города, метро города, да, и решил, что хочу познакомиться с такой, значит, региональной именно вот, ну, что такое Австралия в глубинке, да, не просто, что такое вот всем разрекламированные там Сидней, Мельбурн, Брисбен, там, да. Но, и, ты знаешь, очень хороший городочек, очень маленький, все друг друга знают, много всяких торговых центров, едальни и так далее. Ну, видимо, еще и дополнительные 5 баллов, да? Ну, я же говорю, все плюс региональной Австралии. А-а-а. Но, к сожалению, если вы хотите работать по специальности в этом городе, то, скорее всего, много вариантов у вас не будет. Потому что, ну, возможно, если ваша специальность фермер или же что-то связанное с там слейбер и так далее, возможно, вы что-то найдете, потому что очень много там, ну, и стройки, еще что-то есть. Но если вот, допустим, как я, связанная моя работа там в IT-технологиях. То есть ты в CQ мастер в IT закончил? Или AS? Да, я закончил мастер Information Technologies, закончил на Distinction. И после этого я подрабатывал несколько месяцев в универе в колл-центре. Но проблема, что работа была part-time, то есть это не full-time, ты не постоянно работаешь, ты просто, когда ты нужен, тебя вызывают, там, да, мечтишка, еще что-то, да, то есть, в принципе, интересно, но при этом не постоянная занятость, и то ли позовут, то ли нет, трата времени и так далее, то есть, наверное, основная причина возвращения в Сидней – это work-place. Намного проще найти работу. По сравнению, в Рокхэмптоне 7 айтишных работ, когда, ну, вот если ты откроешь SIG, допустим, да, сайт, и поищешь IT-работы, то в Рокхэмптоне 7, в Сиднее порядка 4000. Ну, не надо быть супергением или еще кем-то, чтобы понять, что работа в Сиднее намного проще ищется. И особенно для выпускников, бывших, особенно, в общем-то, иностранных, да, студентов. Если у тебя есть правильные документы, да, из института, во-первых, там, да. Но у тебя есть правильный, ты же имеешь пиар. Все уже сделано, все получено, да, все работает, все в процессе. Ну, вообще, Рокхэмптон клевый город, мне очень он понравился. Есть, наверное, один минус, но это, скорее всего, не минус самого Рокхэмптона, а минус, наверное, Квинсленда, ну и всего, что там дальше, это температура. Если кто-то любит 32-35 круглый год, ну или там 80% времени, постоянное солнце, ни тучек, ни дождей, ничего, то, наверное, Рокхэмптон и такие города выше, они Квинсленд или Нотинг, они, наверное, вполне предпочтительные. Но, если честно, я первый там год, наверное, с этим привыкал, потом вроде менее как-то смирился с этим. А сейчас кажется, что все-таки не так особенно, когда повернулся в Сидней обратно, понял, что все-таки насколько погода круче. Да, может быть, я, конечно, не попал под самую жару сейчас, да? Но согласитесь, что 24, там 25 днем и 23 ночью намного лучше, чем 36 днем и 29-28 ночью. Поэтому ты либо живешь под кондеем все время свои, там где-то в комнате или там в доме, там, да, надеешься снимать там дома с пулами и так далее. Или ты мучаешься, меняешь одежду по 6 раз в день, и, в общем-то, все вытекающие от жары. Поэтому, ну, у всех свои, в общем-то, работа, климат. Мне повезло, я живу, в общем-то, очень хорошо с людьми. Заехал сразу
в доме к местным мусикам. И, в общем-то, прожил все 3 года с одними и теми же людьми. Очень добрые, очень веселые. Всегда помогут, всегда что-то расскажут. Если какие-то там сложности, всегда готовы руку протянуть. Так, в общем-то, как все узики тусы любят, постоянно что-то там 2-3 раза в неделю какие-то движушки, пьянки и так далее. Ну, то есть, студенческая жизнь, та же студенческая жизнь, нет разницы. Большой город, маленький город, ты, в общем-то, в таком своем комьюнити находишься. И, ну, тебя, в общем-то, живешь. Кирилл, вот, вот этим вот человеком, Олегом Остапенко. Да. Кстати, с днем рождения еще раз тебя. Маму надо поздравить с днем рождения. Не, не только с днем рождения твоим, но и Австралии. Вы одновременно родились. Да, ну это да, ну это да. Наших мам надо поздравить. Да, тоже маме хотел бы передать привет, сказать: мамуля, я тебя люблю. Там тебе круто, но быстрее уже в тепло надо. Вот, Кирилл, ты являешься одним из наиболее, как бы, доверенных лиц в нашем проекте. Ты давным-давно, ты человек хороший. У нас хорошие отношения с твоей мамой, то есть вообще мы первое, что сделали, мы связались с твоей мамой. Мама, по-моему, разговаривала со мной. Она очень беспокоилась за твою судьбу до того, как мы даже начали тебе делать все эти документы в CQU. Вот. И ты достаточно хорошо знаешь о проекте Рамзес, да? Скажи вот на первый взгляд, какие, что бы, не будем говорить недостатки, что бы ты сделал на моем месте, чтобы продвинуть проект, чтобы людям было лучше, чтобы... Понятно, ты не можешь сделать так, чтобы там людям визы давали, хотя... Это, вопрос в визах, я верю, что это зависит от каждого человека. Насколько человек подготовлен, насколько человек продумает множество деталей и, ну, всех ступенек там, да, если хорошо продумано, проблем не должно быть, и их и не будет. Если человек относится спустя рукава, там, к получению визы, там, неважно, это там студенческая, там, туристическая или еще какая-то, то шансы у него будет действительно, потому что он завалится большой, и так далее. Я, мне кажется, вот как в моем понимании, было бы очень... Я не уверен, что это, как это можно до конца реализовать или нет, но вот если бы мы могли бы создать какую-то, возможно, на основе там тех же социальных сетей, но какой-то портал или ресурс, который бы позволил бы... Ведь нас здесь много, и мы все разные. У нас кто-то в IT, кто-то в бухгалтерии, кто-то в физкультуре, кто-то еще в чем-то. То есть у всех есть какие-то свои плюсы и минусы. Но из-за того, что у нас много, и мы все бываем с вами заняты, мы не до конца вот можем воспользоваться всеми вот этими бенефитами друг друга. Да? То есть, вот, у меня своими преимуществами. Да, да, ну вот воспользоваться, знаешь, вот... Ведь хорошо, когда ты знаешь сильные стороны и слабые, да, ты пользуешься сильными и избегаешь слабых сторон, там, да. И вот если был бы какой-то ресурс, где бы вот я мог бы там, ага, вот у меня сейчас проблема, допустим, ну, вот из живого, да, у меня сейчас не очень хорошо с зубами, мне, я планировал там с стоматологом разрулить вопрос, там, да, в ближайшее время, там, да. Вот было бы круто, если бы я мог бы, допустим, зайти и знать, то, что вот здесь у нас есть ребята, там, да, там, ну и там, это может быть не типа адресной книги или еще что-то, но где учитываются не только люди, но и еще их обилити, то, что они могут сделать, там, да, как они тебе могут помочь, то есть, и как-то ты их мог помочь. То есть своего рода бизнес-карточки электронные. Да, типа базы данных наших людей, которые рассказывают, вот я, мои ребят, я могу вам помочь вот с этим, с этим и с этим. Потому что очень часто ты, когда приезжаешь, ты... Ну, реально немного знаешь, что тебе может пойти. И кто-то может там обмануть, кто-то еще что-то, да. Там, ну, ты знаешь, ты пришел к какому-нибудь китайцу, да, а он тебе там... Да не только китайцу. Нет, прошу не обращать внимания там на национальность, это я просто взял, это может быть совершенно другая. Кирилл, я хочу тебе сказать, у нас такие клубы есть, там, русские в Сиднее, русские в Австралии, но я бы не стал доверять русской комьюнити, потому что уже опыт, как бы мой личный опыт общения с этими людьми, когда я сюда приехал, говорит о том, что люди, в общем-то, ничуть не лучше, чем средний австралиец. Ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, наверное, тех ребят, которые, ну, как бы у нас тут в рамках этого проекта появились, развились и так далее. Хотя бы так. Я говорю на тех ребятах, вот у нас же есть какой-то костяк людей, которые не костяк, а там какой-то список людей, которые, в принципе, ну, зарекомендовали.
давали себя с той или иной степени. И они могут там помочь там, там, в этом или в этом, там, в зависимости от того, в чем они сильны. И вот если бы была бы какая-то такая вещь, сейчас эту вещь исполняет Саша. Приходишь к Саше и говоришь: Саша, слушай, а у меня вот то-то случилось. Как там он говорит: слушай, а вот у меня вот есть там Вася, Петя, Коля, вот он хорошо, вот он так умеет, это так умеет. Вот. Сейчас это ты, но ты же понимаешь, что когда у тебя поток людей увеличивается, а он увеличивается, да, рано или поздно в том или ином направлении. Но ты просто, у тебя, да, не хватит, конечно, времени через какое-то время. Там, да, ты, ну, начнешь там, может быть, ну, всех своих дела, в общем-то, да. И поэтому, возможно, было бы удобнее быть какой-то вот ресурсик такой под рукой. Возможно, просто на уровне социальных сетей. Возможно, не знаю, может быть, там на форуме, у нас же есть форум там, да, как-то, может, какие-то интересы там, там, да, вот мы помогаем с этим ребятам, а у нас это там, да. Мне очень понравилось то, что. Это, конечно, уже в какой-то степени организовано. Допустим, я когда переезжал сейчас из Рубки в Сидней, у меня был очень сильно стоял вопрос открытый. Прошу прощения. В общем, у меня была проблема найти проживание, да, найти место, где жить. Есть много ресурсов в интернете, да, но ты не знаешь, кто там, что там, да, Вася, Петя и так далее. На форуме. Вась петь не надо, но Вадима надо знать. Джон и так далее. А Вадика надо. Я умудрился на форуме отписаться, ну не умудрился, в смысле, отписался на форуме, и буквально через там, там в течение недели я получил несколько ответов о том, ребята, что вот мы здесь живем, тут живем, у нас есть такие квартиры, и ты уже знаешь, что ага, я уже не еду куда неизвестно там, да, я, у меня уже есть там на заметочке какие-то места, где я могу строить, вот к нему я заеду и проживу там какое-то время там, да, либо там пока не найду какое-то, ну, себе место постоянное там, ну или там свое место, да, или же вообще все замечательно, ну, мне, я чувствую, что мне все очень нравится, да, в то место, куда я приехал, кстати. Вадим Волк, спасибо тебе огромное за твое назначение на место жизни. На... И... Да, ну не ночлег, нет, я пока не знаю. Да кровь над головой. Да, за крышу над головой, да. Крышу над головой. Ну а какие еще тогда? Ну ладно, там как бы. Что еще ты думаешь, надо бы было сделать, чтобы улучшить деятельность? Я не знаю, на самом деле, если честно, Саш, вот я сюда приехал там 4 года назад, да, там чуть-чуть поменьше, там. Нет, пару месяцев. Да? И я тебе скажу, что у тебя уже и так все настолько хорошо построено, что человек, в принципе, который любит, умеет шевелиться, там, да, и знает, что не просто так ему там на голову все упадет и все появится, да, а который прикладывает усилия, то в принципе уже достаточно информации, достаточно источников ее, чтобы в принципе решить почти все свои проблемы. Там, да? Нужен механик там, для машины, да, вот, пожалуйста. Да, нужен там, там тот человек, вот, пожалуйста, там, да, все там потихонечку там с одним поговорил, с другим поговорил, там, да, и вот тебе все твои проблемы уже решились, и ты наслаждаешься солнышком, Барби где-нибудь на пляжике, и вот она австралийская жизнь, на самом деле, которая laid back, можно сказать, ну, это опять же зависит от личности. Олег, ну, а у тебя какие есть замечания, что бы ты считал, можно было бы сделать, чтобы проект заработал лучше? Не просто Александр Петров заработал больше денег, а именно в том понимании, в каком вообще проект заработал лучше. Ты же у нас и маркетолог, и психолог, и любой совет. Ну, нужно просто человеческую активность туда внести, и все остальное. Люди просто пассивные. Но люди почему-то пассивные, а почему? Это Австралия. Это Австралия. Может быть, просто у некоторых людей уже как бы они добились чего-то. Деньги уходят в сторону, ну это естественно. А другие люди просто получили свой ответ, ну и как бы им хватит. И при этом у них своя какая-то активность и остановилась. Но ведь вы все получили. Он уже вон Марти гражданин страны. Ты тоже, у тебя идет все по прямой, там особо тебе поддержки-то, собственно говоря, не нужно. То есть тебе проект в принципе не нужен, у тебя есть группа людей, которая будет тебе помогать. Mm-hmm. Все. Мы их можем перечислить, и ты без всего обойдешь. Но все-таки ты что-то там помогаешь людям там, и так далее, и так далее. Так это только зависит от ваших личных характеристик, или все-таки можно что-то сделать, чтобы, ну не так как вы, но все-таки... Да скорее всего это просто зависит от личных характеристик. То есть никаким образом на это воздействовать нельзя? Если сказать так, то что
большинство людей сейчас перетекает в социальные сети. А, ну, там в социальные сети, если сравнивать этот форум и социальные сети, там, там больше как-то возможностей, как-то мессенджер, там какая-то красивая, какая-то популярность, там еще там что-то. То есть кто-то, любые социальные сети там шире и больше это платформа. А форум как бы сугубо направлен, те же самые группы можно сделать в Facebook, ну, в этих социальных сетях, и там ими и пользоваться. Вот, а что касается просто, ну, недостаточно, может быть, красивая обвертка для многих, те, которые смотрят на обвертку. Don't judge by the label. Ну, каждому свое, интересная фраза, у нее очень интересный ориджин. Мне кажется, такая, тут и там. Ну, что бы ты, Олег, сделал, допустим, чтобы ситуация улучшилась, чтобы люди больше приезжали, люди больше знали об этом, люди больше помогали друг другу и так далее, и так далее. Вот смотри, какая у меня есть идея, я ее уже озвучил, это вот для тебя. Тоже вопрос, вот вы сейчас на это ответите. Сейчас. Это. Жена звонит. Давай. Это тоже важно. Смотри, идея такая, Кирилл, я тебе ее уже озвучивал. Вместо того, чтобы килограмм своих усилий разделить на 100 человек и дать каждому по 10 граммов, необходимо дать каждому по 1 грамму, которое как бы заположено и что делает меня и нас лучше, и оставшиеся 900 граммов разделить между 9 человеками, которые в действительности станут ролевыми моделями, которые действительно много для других сделали, ну, в принципе, как ты, Саша, Олег, там, определенное количество, но очень небольшое, кстати, количество людей, которые активно помогали мне, активно помогали другим, и, Саша, и соответственно, сделать этих людей ролевыми моделями. Ты тоже слышал, что я говорил, да? Я больше жену слушал. Это отлично. Это тебя делает приличным семьянином. То есть моя идея, то есть не раскидывать все возможности, силы и средства на 200 человек, предположим, а раскинуть их чуть-чуть на всех, чуть-чуть. То, что я обещаю, то, что... Ага. То есть, ну, как бы за каждого в институте помогать там, каждому подкидывать какой-то материал, каждому давать какую-то информацию, ну, как бы, limited может быть. А все остальное время, средства там, и все вкладывать, допустим, в 5, 6, 7 человек, которые в действительности помогают другим, заслужили это, это и, в принципе, правильно, рационально, и делать их, делать их ролевыми моделями. Это как бы из психологии, то есть, если вы хотите повлиять на группу, на большую группу людей, то нужно сначала повлиять на 10 бабушек, и вот эти 10 бабушек будут влиять на большую группу людей. Правильно, один менеджер, а он дальше будет рулить. А не будет ли это несправедливо по отношению к другим? Как тут с этикой-то? Ну так это же как, я бы, конечно, грубое применение, что закон джунглей там, да? Но если ты хорошо помогаешь, если ты хорошо себя проявляешь там в том или ином направлении, там, то это логично, что ты получишь именно такой уровень подхода, там, да, и тут уже кто лучше, да, кто больше смог помочь обществу там, с той или иной точки зрения, там, да, он, в общем-то, и получает такую роль, и преференции, там, или что бы это ни было, там, да, частички там, какой-то терминологии не рассказывают. Соответственно, уже потом готов их распределять, ну, как бы дальше раздавать, там, знаешь, получил добро, поделился добром, в общем-то, да. А ведь вся же эта информация, она дублируется на форуме Australian Headhunters. Поэтому если кто умеет читать, то тот умеет читать и читает. Ну, форум даже Паша, который наиболее активный наш, один из наиболее активных наших как бы соратников, он же открыто написал в подписи, что не ищите меня на форуме, я тут и не собираюсь быть. Ну, что-то типа. Но это. Он написал, он то же самое время его читает. Он его читает и активнее все смотрит. В душе уже, да? Ты, в принципе, да. Решил отказаться, там, да, что, ребят, не мучайте меня. Но внутри-то все равно сидит, но хочется помочь, там, да, хочется еще заинтересован в этом. Ну, естественно, в закладках еще, наверное, там, в стартовом странице. Но он часто бывает. Алмаз. Он же
делал тоже, как бы говорю, что я все ушел со скайпа, куда-то в Google, куда-то там разговаривать не буду. Но то же самое время держу в скайпе. Не, Алмаз, кстати, очень много людям помогает. Он такой неординарный человек и неоднозначный, но по делу-то, в общем-то, он много помогает. Кто умеет спрашивать, кто-то найдет ответ на самом деле. Вот везде. Ну, еще для такого варианта по поводу форума, мне кажется, что форум, уже как Википедия, он уже набрал достаточное количество информации, и сейчас уже новой информации не появляется. Появляется немножечко тюнинг вот той информации, которая есть. То есть она обновляется более там up-to-date. Как Конституция Америки, да? Изредка amendments и все. Ну, я думаю, давайте опустим это как бы за скобки. Конституция проекта Рамзес. Эволюция проекта Рамзес. Он уже эволюционировал такого уровня, что он сам по себе существует, на самом деле, с небольшим... с небольшими поддержками. Ты, конечно, еще держишь это в ежовых рукавицах, но оно уже само крутится, понимаешь? Оно само себе наворачивается и уже развивается. А у меня такие ли ежовые рукавицы? Ведь люди, многие люди считают, что своего рода диктатура. Да, нет, а если да, плохо, хорошо? Не знаю, ни разу не помню момента, чтобы у меня что-то в каком-то приказном тоне еще, или в каком-то, знаешь, там типа... Там, вот ты мне должен что-то, ни разу такого не было, и мне кажется, ну ты просто не такой человек, да, чтобы как-то требовать с кого-то, ты как, ну, ребята, помогите, пожалуйста, там у нас новые приехали, помогите там, не знаю. Там, но это плохо или хорошо, что не требую? Ну, это как раз, это же проект. Каждому свое, мне не нравится, допустим, когда кто-то там давит сверху, еще мне нравится свобода выбора, какие-то возможности там, да. Ты сам хочешь, когда ты помогаешь от души, ты же помогаешь супер качественно. Когда ты помогаешь из-под палки, ты делаешь на отстань. И вот этого не нужно в проекте. Да? В том-то и сила, что мы все помогаем друг другу, потому что мы хотим друг другу помочь. Да? Нам приятно получать помощь, и нам приятно помогать. И в то же самое время формируется уже своя определенная группа людей. То есть как будто какой-то раз такой же. Кирилл проехал, к примеру, кого-то встречать в аэропорт, пока там едет, разговаривает, а это оказался донбист. Да, разумеется. Теперь знаю все проблемы, у меня там зубами чин тоже. Да. За каких-то экономленных человечек $18, еще плюс там что-то такое. Он нашел себе уже. Самая скучная новая тема, которая я, допустим, я не ожидал, что люди так, в принципе, отнесутся не очень к этому делу хорошо, это научная работа. Неожиданно оно просто людям неинтересно. Это твоя жена, Ирина, опубликовалась в Москве. Этот, немножко скажу такую вещь. За то, чтобы опубликоваться в таком журнале «Менеджмент в России и за рубежом», люди платят по $2000, делая кандидатские диссертации. Таня и Ира опубликовались просто бесплатно. You can pass through, not a problem. То есть, и несмотря на такой, на мой взгляд, несомненный успех, вдруг, людям это все по барабану, на мой взгляд. Людям это просто даже не интересно. Я не говорю о том, что, в общем-то, и визы легче получать, но мы же хотели в действительности качественного образования, мы же в действительности хотели, чтобы все было вот в действительности классно. Я не вижу вообще, чтобы студенты там какого-нибудь Macquarie или UTS, или даже Uni Sydney где-то публиковались в России или тем более в Австралии. Ну, как тебе сказать? Может, это для некоторых студентов уровень преодолеть свое желание, в смысле преодолеть свои усилия, сесть и начать что-то делать, потому что Ира с Таней не писали, не вообще там... Ира так ложилась спать там за полночь, просто как-то училась, там что работала, что-то еще занималась вот этим проектом, научной работой вообще, это мало. Просто, может, некоторые люди, им это не совсем так, что интересно, то есть они вот смотрят то, что да, можно брать в Австралию, да, смотрят, что можно для этого работать, не как будто понимают то, что для этого нужно работать и оставлять. На потом, вместо того, чтобы просто сесть и начать делать. Олег, но ведь смотри, мы сюда приехали не мыть полы,
не разгружать Джибрук и так далее, в конечном счете. Не, сейчас мы можем делать все, что угодно, но не потом. И ведь, на мой взгляд, создается ситуация, когда люди могут выходить на преподавательскую деятельность, люди могут выходить на серьезную исследовательскую деятельность, потому что как только заметят, что вышло, их сразу же могут взять и супервайзеры из того же Union New South Wales, и из Сиднейского университета, ну и так далее. Неужели люди не понимают, что это просто так им дарится такая возможность, и они забили на это болт? Возможно. А что? Просто если, к примеру, можно работать за те же самые $25, $35 на настройки, при этом не получая образования, как-то относительно легко, просто тогда легко. Олег, у нас нет, вот в этих стенах люди зарабатывают по $200-$250 в час. Ну, к этому дорасти надо. Некоторые просто остановили свой план. Твой уровень магистра, Кирилл. Тебе нужен, как минимум образование магистра, чтобы... Ну ты уже получил магистра, у тебя есть знакомая, которая вместе там, как Шерили Accommodation, да, там, нет, она закончила? Просто моя одноклассница. Она уже преподает в CQ в университете. Да, мы когда закончили универ, мне предложили пойти в техподдержку на телефончике в универе, там, в колдеске, а ей предложили в этом, тьюторством заниматься, да. Но я бы не сказал, у нее там было что-то типа, мне кажется, $80. Нет, там не 200, нет, это... нет. Тьютор у нас 115, в UTC 150, по-моему. В CQ где-то порядка 130. Ты же сейчас говоришь о Сиднее, а я-то был в Роке, это региональное. Там, без разницы, это сетка та же самая. Да? Ну, может быть, она мне что-то не так это... Вон, волк идет, волк, вот, все, вот, волк идет. Соседушка мой. Запалился. Волка можно поздравить. Волк, красавчик, сдал английский. Волк, поздравляю тебя. Я не только сдал английский, я закончил еще выше. Ну вообще класс. Еще получил справочку сегодня. Еще красавчик. Вот такие у нас тут душевные эти посиделки. Ну, Кирилл, ну давай так. Если бы у тебя такая была возможность, ты бы воспользовался ею? Ты имеешь в виду, пошел бы ли я учить преподавателем? Ну, ты знаешь, интересно, я вообще люблю новые вещи какие-то в жизни испытывать, да? Было бы, да, я бы сказал, было бы интересно. Я не уверен, что я бы посвятил бы всю жизнь бы этому, да, там, до старости. Но попробуй там на несколько лет побыть преподавателем, посмотреть, как это... 200 баксов, 200 баксов. Да, не за бабла, но я бы пошел заниматься этим. Потому что у меня одно время я занимался исследовательской деятельностью. Два года в Бишкеке занимался исследовательской деятельностью, средства массовой информации. Поэтому мне это интересно. Но, правда, со временем уже навыки поистощались. Пропала эта былая хватка. Появилась усталость. Но появилось и желание иметь 250 в час. Желание, ты сейчас заговорил про 250 в час, что-то как-то думал, может... Хотелось работать сразу, да? Сразу активность появилась, энтузиазм. Ну, у Ирины-то все нормально, они с Ричардом опубликовались, и, в принципе, как Самир можно действовать. Ну, так-то могу я честно компенсировать тем, что вот жена занимается этим делом. Нет, я бы занялся. Ты, ну, ладно, дай бог, придет и твой час, займешься и этим, вот. Итак, ну, Олега мы видим постоянно, Кирилла теперь будем, да, теперь мы будем тебя видеть, ты у нас это киностар, как в принципе вот этот вот волк, вот он, вот, все на круги своя, кружки и прочие эти, вот, Кирюша, большое спасибо за то, что ты сделал, большое спасибо за то, что ты сделал для своей мамы. Вот с тебя, с Антона, с Люды, с Беллой, вас, ребята, началось честное отношение к родителям, когда вы забираете их. В мою... Вот Ричард идет. Вот. Ричард! Thank you. Да, вот смешно, да?
Это, кстати, научный руководитель, который вот у твоей жены, Олег, как бы супервайзер, да, и который Ричард и Ричард Чен. Вот. То есть вот такие у нас тут как бы отношения в коллективе расширенном. Он владелец этого вуза. Совладелец. Совладелец, да, их двое. Вот он. Вот он. И он еще преподает. Вот это, кстати, очень большой плюс в Австралии, что понты, они за скобками. В Москве это просто там, каждый пытается... Это ты о моем Land Cruiser говоришь или что? Нет, что, простите? Каждый пытается там, а вот я этого достиг, а я вот тут крутой, а я тут такой, там, а я скобки получаю и так далее. А здесь, вон, посмотрите, руководитель... Кирилл, Кирилл, я видел на Finam FM, это радиостанция, но они делают в YouTube эти, как бы, свои промоушены. Я видел, как очень умные такие дамы, две, очень крутые, говорят, мы посылаем наших ребят учиться, ну это вообще круто, в Москве это круто, учиться в Англию. Мы преподаем в местных колледжах. И Саша Кашапова, который как раз вел передачу, я позвонил, говорю, Саня, у меня... Ну, на тот момент 12 человек преподавали, будучи еще студентами. Ну, большинство. Мы намного лучше. У нас сейчас 17, только ВИИ еще пока не работает. Ну, это от Жени зависит, чтобы она побыстрее начала работать. То есть смысл в том, что проект работает, просто чтобы он лучше работал, чтобы более было больше счастливых лиц, вот таких, как у тебя, Кирюша. Мне кажется, что самое главное у нас в проекте есть, у нас есть хорошие люди и хорошие отношения людей к людям. Люди друг друга уважают, люди хотят друг другу помогать. И мне кажется, что вот это вот... У нас же, ты смотри, у нас уже до чего дошло, у нас проектанты женятся друг на друге. Вот он счастливчик. Это же вообще классно. Да, ну такие двое хороших людей нашли друг друга. Хоть уехал там, да, на край света, там, за 500 миллиардов тысяч миллионов километров, там, да, но ты нашел себе половинку. Да, при этом как-то вот свадьбу отметили без особых помдов, без ничего, так это собрались, круг людей подарили, барбекю. Туда пораставливали шоколадку. Собака стырила колбасу там. А собак вообще это вот на тот момент как-то это возьми не видел. Потому что за колбасой пришлось далеко, а мне не стырило. Колбаса какая-то обычная, соленая? Я это потом расскажу. Или там долго мучился, делал, знаешь, там... Не-не-не, это было куплено где-то. Да, там потом вкусно. Колбаса всегда вкусная, колбаса. Все, мы должны закругляться, потому что батарея заканчивается. Так, ребята, большое спасибо. Большое спасибо. И очень надеюсь... Кирюша, ты уже у нас опять здесь находишься. Вот очень надеюсь, это не последняя запись. И очень надеюсь вас видеть чаще. Я думаю, и ребята вас тоже уже полюбили. Все, давайте. Да.